Всем приветики. Сегодня мы хотели поехать купаться, а Илюша говорит, вот я поеду с друзьями. Я говорю, ну возьми нас с собой, Серега. Я говорю, мы не купались, блин. В этом году еще ни разу, кстати. Вот. Он такой, ну вот, там будет 10 человек, а если что, с нами в машине еще две девчонки. Я говорю, да мне все равно, сколько там девчонок, сколько человек. Я говорю, мы с Сережей сами там будем гуляться, там, а вы сами будете отдыхать. То есть вообще не проблема. Нам все равно, нам лишь бы Сереже выехать на природу. Так что сегодня, но Илья говорит, так как все еще спят, хотя время уже, знаете сколько, время 11:30, а еще все спят. Вот, и он говорит, сейчас пока все проснутся, туда-сюда, и мы поедем только часа в 3-4. Я говорю, да без разницы вообще, вообще все равно. В 3, в 4, в 5, в 6, вообще все равно. Даже если мы не сможем покупаться, и вода будет прохладной, все равно просто посидим на травке, на природе. А, еще забыла сказать, что касаемо веса, тарелочек, видите, покрасилась, не знаю, видно, нет, прям пятна остались от краски, дай бог себе. Что касаемо веса, тарелочек и всего остального, вес за неделю я вам скинула прям по дням, как у меня сбрасывается. Те, кто в Телеграме, те видели, и в Дзене, по-моему, да, в Дзене. Прям по дням сбросил. Тарелочки. Я и так иногда показываю, что я ем. Я уже говорила, я не хочу из этого делать. Мой блог или мой канал, или каналы, они не о похудении, а они влоговые. То есть то, что происходит в моей жизни. Да, я сейчас стараюсь сбросить вес, и я показываю, как я это делаю. Но чисто канал делать на этом я не собираюсь. У нас сборы. Взяла свое большое полотенце розовое, оно огромное. И Сережа еще взяла поменьше. Я взяла полотенце, вот это большое. Почему? Потому что если вдруг будет много людей, сидеть негде будет. Оно и как покрывало пойдет, аж оно огромное. Дальше взяла пледик. Оно будет как покрывало, мы на нем сидеть будем. Ну и взяла парео на всякий пожарный, чтобы прикрыться. А то там будет слишком много друзей. Такое запасное, трусики всякое разное. Купальник, в котором я... Господи, я надеюсь, что он мне не совсем велик стал. Потому что он мне был велик еще тогда. Надеюсь, что будет все окей. Это купальник, в котором я в Египет ездила. Перед Египтом покупала. Ну и одену свое вот это вот платье. Полосатое. Почему? Потому что оно тянется, с ним ничего не становится, оно не мнется, и все быстро сохнет, и все такое. Купаться в нем самое удобное. Единственное, что... Какие-то тучи тут набежали. Вот что я хочу сказать. Надеюсь, что все будет ок. Не знаю, зонт брать или нет. Кстати, мы окна здесь так еще не помыли. Надо бы как-нибудь собраться и помыть здесь окна. У меня в планах сегодня было сделать разгрузочный день на курице, но не получилось. Курица еще не готова, а Илья уже пошел за машиной с Серегой, поэтому... Поела, знаете что? Я съела черешню, 300 грамм черешни, и съела помидор и огурец. Это был моим завтраком. А на ужин уже тогда курицу буду есть. Я уже все высчитала, по калориям я имею в виду. Все окей. Сейчас буду одеваться, потому что скоро приедут уже. Все, сказали выходить. Бегу, бегу. Все взяла, все покрывала, полотенце, все. Вот они. Привет. Привет, привет. Это что, твой кормежка твоя? А? Сосиски с хлебом. Пошли в магазин, что делать? За водичкой? А в какой магазин? Да, пойдем. Идем за водой. Сашок, вы еще до сих пор в этих футболках ходите, да? Я обалдеть вообще. Вот девочки для вас постарались. У Ильи есть футболка Толстов, а у Саши вот Сашок. Мне кажется, у нас футболка под этот Серёжка одетский подходит. А, вот Илюша, кстати, вчера вот кроссовки купил себе новые. Покажи, Илюх. О. Сколько они стоили? 4000. 4000. Нормально. Джинсы новые. Правда, футболочка прям коротенькая какая-то. Ну или так надо? Под лето. А, да. Проветривает как раз, да? Так вот,
Вот эти Сашок и Толстов футболки, это девочки им дарили еще, знаете, когда? Когда они в Юнеке учились в школе. Это сколько, 4 или 5 лет назад, представляете? И они до сих пор ходят в этих футболках. Вот что значит качественные футболки. Ой. Давай без резких движений. Всем привет. А то тоже много вывернишка. Серега там уже сидит. Он. Илья сказал, что мы едем купаться на трех машинах. Еще будут все их не друзья. Так что мы не одни, нас будет много. Мы тут подошли. Не все поздороваются. Это не наш. Я там уже какую-то женщину сняла. Она ж не с нами. Все, мы тронулись тут. Вот первая машина, мы вторая, и там сзади третья. Аккуратнее, Илюш, пожалуйста. Ладно, спокойно. Ужас, они чуть друг друга не врезались, ты видел? Ага, отлично просто. Зачем так спешить? Да никто не спешит. Боже. Все едут с пути. Да, почти друг друга чуть не въехали. Заехали в вкусную точку. Ого, там... Мне добре бавить, я спугать каждый коллегами заграть. Мы приехали. Тут народу, блин, даже с палатками, ё-моё, ты посмотри. С машинами, с палатками. Там люди купаются. И где мы прямо вот здесь встанем, да? В луже. Тремя машинами. Нет, вот они решили куда-то дальше поехать. А это поплывут. Да. Они поплывут. Они народ купается. А, ну вот сюда припарковаться, наверное. Тут за зеркалом. Смотри, сколько народу. Народу полно. Очень много. И на лодках, и с палатками, и с детьми. Я бы не сказала, что на улице жарко, но нормально. А у тебя заправлялка, да? Заправляешь? Ты уже ешь. Илья уже решил перекусить. Серега музыку слушает. Да? И тут все поесть главное. Че, как водичка, попробовали? Теплая, да? О, ну хорошо. Это лучше, чем в прошлый раз ездили. В прошлый раз приехали, она была холодная даже на берегу. Да? Ну, слава богу. А мы в прошлый раз вон туда, на тот берег ездили. Туда. Мне на том не нравится. Не нравится? Ну. Там столько водосвета еще. А, ну может быть. Там мы ездим, блин, раз в 3 года. Я здесь помню, плавала до середины. А? До середины плавала. Да, ну-ну. Ты хорошо плаваешь, да? Очень. Да? Может быть, были в Хрупунова, я там вообще переплывала. Не, Хрупунова. Там карьер больше, чем это. Я вот от того берега, вот этот берег плавала. Нифига себе. Ты видал, какая плавчиха? Да, это во сне было. Она нам рассказывала все тоже. Ага, да здесь тоже было во сне. Что, вода тепла, холодно? Ой, Илья, возьми мне бутылку. А то я и так с двумя пакетами с рюкзаком. А мы вообще, мы никуда не садиться не будем? Я не пойму, что это. Мне тут нравится купаться. Ты первым сказала, что Лисичка взяла. Я ее по всему дому ищу. Собака. Ой, я чуть не помер. А почему не помер? Серега там исследует машины. Маленький исследователь. Показывает ему, какие. Вот на этой неделе будет вообще плюс 28. Да, 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 я. Я видел, даже будет плюс 29. Угу. Жара будет. Будет жарко. Внутрь саба сейчас я заходил.
Я выбирал ракету, короче, красивую. Это что такое? А, свадебный торт, да? Да? А вот она какое платье хочет сейчас. Нельзя. А тебе зачем? На свадьбе увидишь. Красивая. Ну, она просто короткая, нетрадиционная, но прикольно. Не должны быть. Свадьба неформальная была. Почему? А там всякие рокеры, панки были. А, ну тогда очень даже подходит, мне кажется, коротенькая. Смотрите, улетает ваша. Сергей, что стоишь, подыми. Собрались тут пловцы все. 20 градусов. Я говорю, один пловец боится заболеть. Не, ну этот понятно, ладно, этот идет. Этот не взял плавки. Или ты даже не собирался их брать? Кое-кто не умеет плавать. Он только на матрасах умеет. Дядя! Почему я тогда умею? Одна я хочу идти нормально. Только Кристина хочет. Ой, Сережка, иди, он тоже купаться хочет. Я хочу щучка сразу. Щучка? Шучка. Самые смелые Кристина и Серега идут. Не, я водичку попробую. Интересно просто, тепла она или не очень-то. Говорит, вода холодная. Хочу попробовать. Освежающее, конечно. Да, жалко, что у нас, блин, вода все равно, как бы она типа теплая не была, все равно она ледяная. Там система проще ехать. А он сам держаться не будет. Я поехал. Найди у него этот провод. Подожди, поставь капот на кочергу, который... Там палочка должна быть, которую вытаскиваешь и подставляешь. Ну, палочка прям перед лицом. Вот она, она же. Даже я знаю, Илья, ты прикалываешься. Вот, да. В дырочку. Смотри. Я знаю, я вижу. Ну, конечно, это Кристина. Просто там был. Просто там так было. Я так наступил, как будто там. Как будто там стекло. А там именно стекло было, но не. Ну, может, кто-то, знаешь, бутылку разбил или что. Да, здесь тоже стекла, так что босиком надо аккуратно. Надо смотреть под ноги. Здесь стекла есть. Вот там, где а наши вещи прям. Полотенце расстелили. Не. Постоим, ничего страшного, все стоят же, ничего. Мы решили не расстилаться, видимо. Потому что купаться только вы. Зачем? Плед ты имеешь в виду? Да. Расстелить тебе? Да. Да давай расстелю. Без проблем. Сейчас расстелю. Так, давай. В рюкзаке. А где тебе расстелить лучше? Где-нибудь. Вот опять же, да, море, море людей на каждом шагу и ни одной ни раздевалочки, ни туалета. То есть, грубо говоря, лес – это и есть туалет и переодевалки. Ни одной. Я вот здесь ходила, смотрела, люди с палатками приезжают, и что только нет, да, шашлыки, отдых и все такое. Ни мусорки ни одной я не видела. Ничего. Вот так вот, чтобы сделать нормально для людей, для отдыха. Вот это, конечно, плохо. Вот спасательная вышка есть одна. И то там никого нет. Куда? Все, домой накупались? Только два человека купались. Кристина и Серега. Илья уже, все, домой едем. Все, все, хорош уже. Здесь весь лес это в дыму. Все шашлыки жарят усиленно. В палатках классно. Просто здесь стекол много. Я боюсь, а я босиком еще хожу. Хочется хотя бы по земле немножко походить босичком. А то ноги уже забыли, что такое земля. Класс. Интересно. Не знаю, вот эти вот только сейчас идут купаться, да? А так вообще купаются в основном только дети. Взрослые вообще не вижу, чтобы купались. Вот у нас бригада идет. Ты идешь.
Да, они купаться пошли. Мы отчаливаем. Да вроде нет. Отчаливаем. Кислорода надо запустить. Класс. Смотри, только мужчина он идет. Ему пофиг. А, ты за ними пристраиваешься. Вон, видали на каких? Как вот это? Это не лодка, а как это вот эта доска называется? Ты не знаешь? Сёрф. Доска для серфа. Мне кажется, нет, она как-то по-другому называется. Ну ладно. Ну да. Похоже на то. Все. Сера, подключи мне Bluetooth к этому колонке. На. Давай. На, давай быстрее. Ну, я не могу. На. Серёня, ты пристегнулся, зайка? Да. Да, только давайте осторожнее, да? Да, включим, переключи.